каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Маню с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на Overwatch, но с котиками. Да, Overwatch Bad Biscuits возвращается, и теперь это у нас Defense Heroes, то есть защита, герои защиты, вот. Окей, погнали смотреть, Cats Watch. Дайлангу. Боже, бастион. Петух! Мышкой. Лол, круто. Джанкет. Котявчик. Мэй, холодильник. Круто. О, это Ханза в моей команде. Он обгрыз провода своей мыши, поэтому его руки обычно. Боже, это Торпер, какой милый. Не, не. С гусем, боже мой. Видел, Никя, мяукер. С трубочками. Баснянь. Мэй. Ой, тетю. Мэй, милаша. Джанкет. Боже, это круто очень сделано. Это сейчас, наверное, лучше всех пока. Это вообще очень круто. Боже, гляньте на эту милую в турелечку. Паунзо. Боже, он стреляет USB-проводами. Жестяк. It's May. Боже мой, с разбрызгивателем. Мышку кидает. Ну, в принципе, трубочки для этого и нужны. Все нормально. Боже, как так круто. Эпично. Видел, мяукер. Паунзо. Снова со своими USB-проводами. Клешня. Кстати, клешня не заметил, только заметил, что у него клешня. Ау, это даже больнее, чем просто шариком. Видео мяу. Стреляет в жопу гуся. Это я понимаю оружие. Боже, выпусти он на петухе. Даже Мэй тут одна из самых милых просто. Обожаю Мэй. С молочком. Сыр. Хотя с Мэй может посражаться турель бастиона. Ой, Торберна. Боже мой. Эпично. Момент там, где... Момент там, где турель Торберна кидала шариками, мячиками. Это просто 10 из 10. Ребята, ссылочка на оригинал в описании, все как обычно, переходите, подписывайтесь на автора. И да, я видел, что у него уже вышло про саппортов, будет на днях, обязательно сделаю, посмотрим. Главное, наберите 2000 лайков, тогда мы посмотрим намного быстрее. А если у вас моя реакция, можете подписаться на меня, поставить лайк и подписаться на мою группу ВКонтакте. Будьте молодцами, всем удачки, всем пока-пока.